мой брат. Брат? Да. А что это за брат? Это брат, который она ходит куда-нибудь. Ходит куда-нибудь? Да. А что там в наборе? Там есть брат и вот эти наушки, и это пусики, вот это. Такие, вот это переодет, вот это такое, это чемодан, а это расческа, а это просто брат. У нас такая необычная сегодня брат. Да. Это брат из серии Study Abroad. Она загорала на солнышке, а теперь она такая белая. Белая, да. Долго не загорала. Видишь, у нее и шапка на голове, наверное, там зима, ей, наверное, холодно. Ну, тогда давай открывать, посмотрим поближе, брат. Study abroad. Это брат учится за границей. Смотри, а там ее подружки. Ее подружки. Там есть еще брат такая. Угу. В этой серии брат ездит в разные страны учиться. И вот это наша брат едет в Россию. Да. Вот здесь в наборе матрешки, шапка-ушанка, сапоги красные. Наши орнаменты. Ну, в общем, сейчас откроем и посмотрим, да? Да. Тогда спать. Мама, вот это на ручку там было. Браслет, да? Угу. Сейчас мы откроем и все попробуем. Угу. Ой, какие у нашей брат длинные волосы. Да, потому что она расчесанная. Откроем ее. Она замечательная. Патитас к нему. По какому? Да, патитас к нему. Патитас к нему? Угу. Я так и... Смотри, вот это с цветочками и с бантиками. Угу, такое красивое у тебя платье. И здесь такие бирочки. Одежда и матрешки. Можешь пока посмотреть. Угу. Это такие иголки, это одежда. Вот это на... Вот это вот на ушке чемодан. Его можно открывать и закрывать. Угу. А что? Что ложат в чемодан? Какие-нибудь вещи. Вещи. Угу. Смотри, он открылся. Он умеет ездить. Угу. На колесиках, что ли? Это колесики, только не ездят. Да, не крутятся. Не настоящие колесики. О, смотри, там можно и закрываться, смотри. Ага, это чтоб удобно было его вести, да? Да. Это у меня брат. Да. Туда она должна положить вещи. Да, она положит туда свои вещи. И игрушки, и вот это. Держи. Я ее положу в чемодан. Хорошо. Так. А мне, наверное, понадобится. Это брачица. Потому что она хотела бы брачица. Посмотри, какая здесь есть. Довольно, недовольна. А на что похожа расческа? На синюю. А на что она похожа? Похожа на губки? Да, и синяя она вся. Синие губки, да? Вот такая наша брат с длинными волосами, шапки-ушанки, с красными красивыми сапогами, такие длинные волосы. И губки, вот это. Ну, держи. Брат. А я пока открою ее штучки всякие. Не двигаются ножки. Смотри, как у меня двигаться. Угу, в разные стороны гнутся, да? Угу. Стороны. Теперь знаешь что? Угу. Пока я открываю ее вещи, ты можешь наклеить наклейки на ее чемодан. Угу. Ну, я хочу наклеить первые и дверьки. Что там? Дверька это наклейка. Ага, с дверкой. Угу. Я могу наклеить вот сюда. Можешь закрыть чемодан и сверху на чемодан наклеить, чтобы когда она
зайдет в аэропорт, чтобы все видели, какой у нее красивый чемодан. Мама, она еще умеет идти в аэропорт. Угу. Она полетит в Россию. Угу. А в России холодно, видишь? Она поэтому одела шапку такую зимнюю. Сейчас ты ей наклеишь наклейки, и у нее будет самый красивый чемодан. И стар. Угу. Что там за наклейки? Вот такие красивые, с цветочками, и с звездочками, и с сердечками, и с помпой, и с такой, и с такой, и с такой. Здорово. Так. В наборе были такие... Матрешки. Синяя. Розовая. И вот такая золотая, что ли. Смотри, маленькая матрешка. Побольше. И еще больше. Спрятались. Тут для брата такой браслетик. Одевается на руку. Ну что, наклеила там свои наклейки? Еще нет. Еще нет? Ну, я просто сниму. Помочь тебе? Держи еще наклейку. Тут попались такие сережки. Попробуем их одеть. Такое ожерелье. Такое голубенькое. Сиреневое. А тут попался какой-то брелок. Похожий на желудь. Угу. Я даже не знаю зачем. Наверное, мы туда можем вложить ее украшения. Угу. Так. Ага, тут еще один браслет. Такой с красным камнем в середине. И набор одежды. Я все, я же наклеила. Наклеила? Покажи, да. Какой-то чемодан получился. Покажи поближе. Ух ты, вот это красота. Угу. Теперь... Три часа. Ой, у нее такие кудряшки там, да? Да. И она такая не лохматая. Не лохматая уже? Потому что я причесала. Ну что, получается? Не получается? Попробуй еще раз. А сапоги сними и... Снять сапоги и? Сейчас снимем. Значит, это вот он на сегодня не идет. Смотри, штанишки. Красивая кофточка? Угу. Тебе нравится? Ну что, давай попробуем снять ей ботинки. Угу. Это сапоги. Ну да. Ой. Ага, ну да. Их можно менять. И можно купить потом другие и поменять. Или взять от другой куклы брас и поменять. Да. Угу. Хочешь одеть ей штанишки? Ну, я хочу вот это и это. Ага, ну давай тогда ее переоденем сразу. Смотри, какая юбочка у нее была красивая. Ух ты. Один миль. Ага, тут была застежка. Так. Так. У нее такая сиреневая шапочка. Здесь белая, а здесь серая. Угу. Это такая меховая шапка. Угу. Надо... О, смотри, какая. Держи. Чемоданчик с крышкой. Смотри, она вся с цветочками и вот это. Угу, красивые сапожки. Угу. Нравится? Угу. Ну, хорошо. Все, мы ее одели. Угу. Переодели. Угу. Теперь мне надо ее взять. Возьми. Ой, у нее немножко такие нету. Ну, их надо ей сапожки одеть.
Спасибо. Угу. Давай одень мне еще сережки, смотри, какие у меня. Угу. Это у меня ушки. Ага, тут специальные дырочки. Она уже собирается в аэропорт. Она уже в аэропорт, так быстрее, быстрее. Угу. Сейчас она соберется. Оденет сереток. Сережки. Наша Барби готова в аэропорт. Наша Братц. Угу. Наша Братц готова в аэропорт лететь в Россию на учебу. Давай, надевай ей шапку. Надо вот это одень и вот это и это. Но мы же ее только переодели. Это мы тогда положим в чемодан. Угу. Так. Вот, держи. Много всего в чемодан ей не влезет. Много всего не влезет. Ну, может, она что-то может оставить. Вот это может оставить, а это все нет. Вот это ящичку не может оставить. Чемодан собран? Угу. Ну все. Можно идти в аэропорт. Так. Наша Братц. Своим новым модным чемоданом. Ой, я же открыла вот эту. Открыла вот эту? Да. Она потом может туда прятать свои украшения. Можно я ей спрячу туда? Спрячешь украшение? Ну, давай. Держи. Вот это тогда буду. Держи. Сережки. И еще одна сережка. Ой. Теперь закрой. Ой. Ой. Bye-bye.